Найдобрейшее время суток, дорогие друзья, с вами Влад Бит и Дог Браун. Привет, ребята. Все, мы сегодня гоняем по Америке. Ну что, давай на счет 3 по прямой, кто кого. Да, только у нас сегодня Дог у нас на клавишах, а я с рулем, короче. Да, я сегодня на клавиатуре, мне падло настраивать руль. Ну что? Ну что? Раз, два, три. Ты ног, я даже без нидра тебе сделаю. Это сила маскл-кара. Я как всегда, короче, понятно, все, нормально. Нормально. Мы, в общем, куда? Мы сейчас в Вашингтон. Да, едем в Вашингтон, короче. В Вашингтон, нормально. В Вашингтон, короче. Я его не заметил, все нормально. Он так, пытаемся очень аккуратно ехать, короче, и так далее, короче. Я, короче, включаю камеру внутри и буду по красоте ехать. У меня офигенная камера внутри, очень круто сделал. Так, тут резкий поворот, короче, налево. И погнали. Мы сейчас сначала до Пентагона, потом к Белому дому, а потом в Майами на пляж. Да, покупаемся с девочками и так далее, ну, это нормально. Да, все как надо. Так, слушай, я смотрю, ты на Ниссане хорошо сегодня ездишь, но тут же вчера. И она поуправляемая будет намного. Ну да. А мне вот к доджику надо попривыкнуть. Вау. Мне что нравится, что отметка куда ехать, она над дорогой, а не на дороге. Ну да. Куча стрелочек и типа, ну типа едь туда. Вау, блин. Я решил посмотреть, как там у тебя дела, и, короче, прописался. Нормально, короче. Знатно, короче, прописался. Кстати, заезжал в Нью-Йорк. Очень круто. Там этот Бруклинский мост вообще настолько офигенно, вообще просто. Сколько фильмов там снято было. Это просто... Это просто бомба. Да, вообще. Шикарно. Слушай, блин, ну ты хоть бы сказал, что там впереди тачка. Да тут как бы... как бы нормально, нормально. Блин, за мной копы! А что я сделал? Чайка. Что? Ладно, отрываемся. Так, так, а, нормально, они в другую сторону. А, там все равно одна машина копы будет впереди, да, точно. Воу. 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 Приключения начались, блин. Так, я надеюсь, за мной не поедет никто, да, за мной не поедет, отлично. Копы тебя любят, ты в курсе? Да-да, есть такая фигня. Они такие видят, о, Влад, все. Все, надо его вязать, короче. Поехали за ним. Да-да. Срочно запрашиваю ядерный удар по моей точке, Влад обнаружен. Нормально. Да-да. Короче, ясно все вообще. Блин, камера внутри очень классно. Очень. Особенно в Ниссане, это так все красиво с Одриса, это просто бомба. Я тебя обошел, короче, все нормально. Все хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кстати, с поворота, чтобы лучше выходить на повороте, ну когда ты тебя там сильно заносит, нажимай нитро. Оно выравниваешь машину сразу. Да, кстати. Воу, я проехал поворот. Все нормально. А сейчас, о, кстати, сейчас тут будет очень классная дорога. По грунту. Ты тоже проехал поворот, да? Блин. Да я что-то на дорогу засмотрелся, понял, короче, как так красивая дорога, короче. Да. Да, красивая. Просто очень прикольная. А мне, кстати, вот это нравится. Тут такая, типа, как сказать. Не оффроуд это, конечно, но такая проселочная дорога. А, ну. Где ты? Где-то едешь, вижу, что. Я слышу где-то вертолет, но я его не вижу. Я вижу воздушные шарики, короче. Ну, шарики, шары. Нормально. У меня там только что кто-то позвонил, не знаю. Да. Сказали, что там что-то с моей машиной. Подруга какая-то. Да. Понеслась, короче. Нормально. Что значит Америка? Тут даже проселочная дорога ровнее, чем у нас шоссе. Это да. Это что только что было, слышишь?
Это называется, короче, как... Ну, называется, короче. Короче, это называется. Называется фирменное свинство. Я ехал, никого не трогал, и тут такой... Приход сзади. Давай, догоняй. Я еду без нитро, если еще. Мне мощи хватает. Я не знаю, какая максималка у Ниссана, там почему-то она не указана, там просто прочерки стоят, ну, там, ну, в этой параграфе. Не, может она потом типа открывается. А, ты, как бы, ну, должно быть написано сразу. Так, это... если что, перед мостом направо. Окей, да, ты услышал меня. Все хорошо, да. Я еще обернулся, посмотрел, и полетел дальше, нормально. Слушай, а почему у тебя в километрах, а у меня в милях? Честно? Да. Сказать тебе? Не, просто... Да ну ничего, я по милям вообще не ориентируюсь. Да, кстати. Но я знаю, что я просто опять впереди лечу, просто... И зачем мне там знать что-то, да? Да. Так, короче... О, тихо. Что у нас тут? Магазинчик. О, кофе-хаус! О, кофе-хаус! Нормально, приехали. Все, я сейчас еду. Все, кофе-хаус. Я тут я и подожду. Заодно. Так, настройки надо выставить, короче. Километры. Фу. Ну шо? Хороший кофеёк. Поехали. Ну и короче, я опять впереди. Ну это нормально. Слушай, реально? Скорости пишут бешеные, 200 км в час. Да. 216, 220, а у тебя сколько? 220. Ну и что ты тогда так далеко? А я не знаю, в чем прикол. У тебя этот спидометр поломался, по-моему. Может. У тебя там 5 км в час на самом деле. Он просто сломался. У меня есть 1 км в час, это 100, 2 км в час, это 200. Ну да. И оно так просто пишет. Типа, нормально, не парься, ты быстро едешь. Никто не замечает, что ты стоишь на месте. Все хорошо. Мне все сигналят, что-то, я не знаю. Что они от меня хотят? Не здороваются. Я им помахал ручкой. Это подписчики, не здороваются. Улыбаемся и машем. Мы белый пушистый. Улыбаемся и машем, парни. Сказать им, что у нас там топлива нету? Нет. Да какое топливо? Топливо. А, слушай, мы походу... Ёлки, я проехал поворот, нормально. Нормально все. Тупо завтыкал с поворотом. Воу! Воу, ага, ты, так, я так вижу, ты... Все хорошо. Не приехал. Да, дебильный поворот, только что тоже еще не приехал. Проехали поворот. Не, красивая трасса, я себе еду. Кстати, машины трафика стали гораздо более нормальными, в отличие от того, что было на первом ЗБТ, когда они были вообще такие даунские, как будто взятые из Майнкрафта, то сейчас тачки на дороге... Блин, достойно выглядит. Ух. Подожди, это было опасно. Подожди, я не понял. Это было опасно. Мы приехали? Ой, так, что-то я... я проехал. А куда я ставил отметку, слушай? Я просто... А, слушай, да, вот, слева от нас Пентагон. Все, мы приехали уже? Да, вот, слева Пентагон. Вот оно такое ромбовидное, ромбообразное здание. А, кстати. Блин, походу можно заехать. Все, едем по красоте. Ну, чувак, едь быстрее. Что ты передо мной? Ну, что за слоупок? Не. Все, нормально, выехал.
Так. Кстати, в Вашингтоне 8, тут как-то времена года зависят от локации, а не от реального времени как-то. Это тут нормально. Как-то это непонятно. Мне пищит, что где-то тут вышка есть, но я ее нифига искать не собираюсь сейчас. Где ты едешь? Как бы еду. Да я, у меня авария там была. А. Все тогда. На прием к Бараку Обаме. В гости. В гости. Он айфоны любит дарить. Поедем. Да? А, то я сейчас буду. Только нахер мне это айфон, конечно, то ладно. Да? Да фу как айфон, на самом деле херня. О, Белый дом, все. Слушай, реально классно сделано. Все. Вашингтон мы видели, у Обамы мы побывали, айфоны забрали, все хорошо. Айфон, ты вообще в курсе, что такое айфон? Айфон — это инопланетная технология, они их просто там достают из моря, короче, чтобы НЛО упало. А, нормально. Я тебе скину видео, серьезно. Хорошо. Даже реалистичные фотографии, короче, там мне, короче, на пляже так айфоны разбросаны. Там. Под ЛСД не такое увидишь. Не, ну понятно. Все нормально. Так, все едем хорошо. В Майами, все нормально. Все хорошо. Едем в Майами. А айфон — это серьезная инопланетная технология. Да, ребят, ставьте лайки. Палец вверх. Мог бы просто промолчать. Да. Да. А, за мной мусора. Я не знаю. Это просто... А, все, оторвался. А, все? Нормально. Я не знаю, как так можно. Я еще ни разу копов не загрел. Не, по крайней мере, за сегодня. Как бы я еду, мне машины мешают, я их пихаю, но это нормально. Я еду по-человечески. Это ты на руле, а я на клавиатуре, и мне норм, понимаешь? Тогда. Блин, а вообще надо джойстик 360-го Xbox'а купить, я не знаю, как это. Я все же ломлюсь. А надо взять. Так, слушай, а где мы... Так, надо... Слушай, ёлки, а что это за заводь такая? Что там? Ну, мост. Блин, вау, так. Правый ряд, пожалуйста. Яхты, слушай, классно. А серьезно, где я сейчас? Где? Что это за мост? Что это за заводь такая? Так, посмотри на карте. Ну это от океана какая-то, то ли речка, то ли фиг, кто его знает. Так, все, поехали, давай. Отдохнули, короче, попили, все нормально. Перекус Макдональдса, направо нам есть еще. Ты как, с камерой ты гоняешь? Да. Офигел, да, мне очень нравится. Потом глянешь, какая камера в Крайслере. Угу. Просто нечто. Кстати, я смотрю, что GPS ведет нас не по правилам, а по самому короткому пути. Да все нормально. То есть реально, по идее, можно было проехать прямо и на лепесток заехать и повернуть. Не, чуваки, давайте по диагонали, а там вы через речку просто проедете и вам норм будет. Нормально так, повело нас. Тихо, нормально, никого не цепляем. Да елки, шпалки, я же сказал. Вот едешь, хочешь ехать, я на заправку, короче, все. На заправку ты? Да, я на заправку. Я заправляться. Все. Ой, так. О, все, нормально. Ролиплей, короче, все. Давай, давай, давай. Ты не смотри, не пишешься. Сейчас такой раз, знаешь, колесом зацепил, бабах, все, взлетела заправка. Нормально, короче, все. Так. Все, короче, полный бак. Погнали. Ага, Москва-Воронеж, их догонишь. Ага. И без. Ой! Ладно, ладно. Это шикарный момент, конечно, был. Я как раз в черную машину прописался. Да нет, ты понял, ты как раз, короче, так едешь, понял? Резко поворачиваешь, и она на меня сразу, так понял? А, ну норм. Я от нее отъехал как раз, мне нормально.
Когда будет океан? Я хочу ехать вдоль океана. Где океан? Я не вижу океан. Я вижу лес, правда, красивый лес, конечно, но это лес. А я хочу океан. Океан. Где океан? Слушай, походу это уже почти Майами. Уже Майами, уже пальмы. Пальмы, дома офигенные. Почему девочки в купальниках тут не ходят? Как в GTA Vice City, знаешь? Вдоль побережья. На роликах. Да, ну кстати, точно. Жалко, в GTA вообще интерактива с людьми никакого абсолютно. Они тупо сами себе. Единственное, что можно сделать с людьми в GTA, да и не только в GTA, и в Watch Dogs, и в Mafia, это подойти и набить им морду. Все. Убить. Единственное. Да, или убить вообще полностью. Убей их всех полностью. Я уже вообще потерял тебя из виду, я не знаю, где ты. Хочешь, что самое смешное я скажу? А ну? Я впереди. Да? Да. А, ты смотри, точно. Я увидел, там еле видно эту надпись, но реально. Ну это я просто петлял, короче, я там решил поехать, поездить по этому райончику, где мы были. Да, я сейчас, короче, как раз тут оп-оп-оп, бля, где-то припаркуюсь, что-то найду интересное. Ну. Шарик! Поехали дальше. На! Нормально. Так, ну что? Короче. Блин. По-моему, я протаранил только что Форд. Кстати, вот почему здесь нету Форда? А я, ну, вернее, как, есть Форд, но я вот хочу себе Форд Краун Виктория. Блин, моя любимая машина. Она офигенная. Виктория с победой. Победа, да, да. Похвастался знанием английского языка. О, вот это уже домики были, да, вот это тут бы я был против обосноваться. Так, я буду ехать тут с камерой снаружи, потому что тут есть на что посмотреть. Мне это все напоминает самый первый драйвер. Вот это была офигенная игра, это была карта Майами, она была все дико квадратная, но она была офигенная. Да. Как будто бы в этом драйвере, знаешь, там драйвер 10 лет спустя, там, типа, такое что-то. Так, полиция. О, тут даже полиция, машины другие. Да? Ну, раскрашены, по крайней мере, по-другому. Я только что, ребят, проехал. Кстати, появились игроки, вижу. Тебя, правда, не вижу, но игроков вижу. Кстати, море. Кстати, океан, если на то пошло. Ну, море, океан, везде какая, вода. Да, какая, везде вода, волны и соленая. О, какая, кстати, разве... я тебя уже вижу. А, аналогично вижу, да, есть такое дело. Кстати, круто, да, реально красиво. Блин, вообще аллея такая, смотри, все в пальмах круто. Шикарно просто. Эх, одну бы пальмочку, да к себе на дачу. Мы проехали эту отметку, короче. Я на пляже. Ребята, девочки в купальниках, как я и заказывал. Нафиг. Слышишь, нормально ты кое-что-то чумоченое проехала. Ты что, вообще страх потерял? А по воде можно? Да! Отлично просто! Ребят, я хочу. Сильно далеко нельзя! Ну что, гайс, короче, мы в Майами, но весело. А что за красная полоска появилась? А, это типа валите с пляжа, я понял, окей. Майами. Майами. И тут круто. В Майами тепло, красивые девчонки, и в Майами всегда лето. Блин, вот это Люден Макер. Кто здесь? Это какой-то Сайз
Хайзди, что-то. Короче, это отель, все. Подъезжай. Короче, и на этой эпической ноте возле замечательного отеля мы в Майами, кстати, да, мы закончим эту серию. Спасибо, ребята, что были с нами. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, пишите комменты и увидимся в новых видео. Да, подписывайтесь на новый канал BitLife и будет все круто. Все, давайте. Пока-пока.